Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина «Лента». Ездила я туда со своим младшим сыночком, он сейчас на каникулах, первоклашка, поэтому ездили мы вместе. Значит, живу я в городе Санкт-Петербурге, «Лента» у меня находится в черте города, а сама я живу в пригороде Санкт-Петербурга, на окраине, я бы так это назвала, поэтому езжу и закупаюсь сразу вот много, можно так выразиться. Вот, ну и чек будет у нас, как всегда, в конце видео. Вот такая закупка у меня получилась. Если вы слышите, Бонна сейчас попьет водички, придет. Обязательно вам покажу моих проверяльщиц. Ну и давайте пока начну отсюда. Вот маленькая моя проверяльщица, Джуси. Значит, купила котам вот такой корм попробовать. Ну, не знаю, вообще я им другой покупаю, заказываю на питшопе. Ну, в общем, что-то решила взять, не знаю. Как всегда, тут куча всяких пакетов, всяких разных набрала. В общем, для разнообразия своим вискас, конечно, не очень, но, в общем, взяла попробовать, побаловать, короче. Дальше, здесь у меня немножко бытовой химии, салфетки. Нравятся мне лентовские, купила себе вот такой дезодорант. Дальше туалетная бумага, большая упаковка. Так, вот и Боночка пришла, да. Я, скажи, все проверила, водички попила, готова все пробовать, да, Бона? Вот она сладкая, да. Так, здесь... Так, нос убери, убери нос. Все, я тебя люблю. Так, здесь зубная паста. Вот такая Colgate. Ну все, это зубная паста. Все, все, все проверила, да. Салфетки вот такие маленькие я беру с собой. Ну, в сумку. Бросаю в сумку, в машину. Ну, машину зимой не оставляю, потому что холодно, да, в сумке. Так, вот такие вот с сыночком взяли бомбочки. Попробовать вот такие шипучие. Кстати, меня спрашивали, предыдущая закупка у меня была гели для душа. Мне понравились очень. Поэтому рекомендую. А в этот раз увидела вот такие вот средства для ванны. Решила все попробовать, все взять. Вот такая соль, пена для ванны. Молоко и мед. Мы любим принимать ванны, поэтому да. Вот такие илецкая соль и какая-то сибирская рапная соль для ванны. Здесь пакетик с хвойным комплексом, здесь пакетик с натуральным расслабляющим комплексом. В общем, вот такие вот. Ну, тут соль внутри, а здесь тоже соль. В общем, будем принимать ванны. Вот. Ну и давайте по самим продуктам. Купила я по 659 рублей, стала в «Ленте» у нас хорошая говядина, до этого у нас говядина была вообще без слез не взглянешь, я бы так сказала, и очень дорогая. Здесь по 659 рублей я взяла два кусочка, потому что кусочки были маленькие, ну, в общем, я один приготовлю, один оставлю. И вот видите, все равно покупаешь говядину, вот такие вот обрезки, жилки, жирок небольшой из говядины. Я даю собакам вместе с чем-то, чтобы был полноценный ужин. В этот раз я купила им говяжье сердце. Кстати, говяжье сердце у меня ест также кот мой Кун Леофан и Каспер. Это британец мой. Вот, они тоже с удовольствием едят сердце. Вот, и очень полезно для собак. Так, здесь свинина, карбонат без кости, кусочек. Дальше фарш куриный вот такой взяла. И рыбка. Форель карельская. Кстати, карельская форель, она очень такая жирненькая, что ли, не знаю. Но вот она вкусная. 599 рублей килограмм. Ну, почти на килограмм она потрошенная. Сейчас как раз в духовочке запеку. Я просто запекаю, чуть специи добавляю для рыбы, и все, получается обалденно вкусно. Ну, конечно же, немножко вот такого. Это меня любит муж, это дети любят. Дальше. Копченый вот такой сыр. Впервые увидела, что именно вот такой янтарный какой-то плавленый продукт, плавленный сыром. Не знаю, в общем, взяла какой-то копченый. Попробовать. Понравится, нет? У меня муж любит. Я не люблю вот такую вот историю. Вот такую колбаску взяла. Кстати, вот это очень нравится нам тоже. Я ее часто достаточно беру. И сыр. В нарезке Гауда он очень вкусный. Конечно же, сосиски молокуши. Молокуши. Я все время почему-то называю молокуши.
Вот. Дальше немножко молочки, сливки взяла. Беру сливки всегда те, которые на акции, вот 10%. Очень нам понравилось прямо всей семье. Вот такая ряженка. Больше всего нравится по вкусу именно с клубникой. Есть еще с персиком, с грушей и, по-моему, с яблоком и корицей. Вот нам нравится именно с клубникой. Очень вкусная ряженка. Вот взяла 4 штучки. Также взяла пачку творога. Не факт, что я буду есть его. Может быть, что-то приготовлю. Посмотрим. Вот такой какой-то фермерский пластовой. В общем, да. Ну и здесь различные сырочки мы набрали. Тут всякие вкусные, разные. В общем, пусть будут. Дальше давайте кетчуп еще здесь. И немножко напитков. Соки, лимонад. Вот это тоже сок. И азерчай. Спасибо, что вообще кто-то когда-то мне порекомендовал этот чай. Это, наверное, самый вкусный чай, который я когда-либо пила. Я перестала даже пить чай в пакетиках. Постоянно завариваем вот этот азерчай. Я в прошлый раз заказывала его в магазине Метро. В этот раз увидела в ленте. В ленте он не всегда бывает. Вот такая большая упаковка. 400 с чем-то рублей стоит. Обалденный чай, очень вкусный. Мне еще говорили, что нужно смотреть, что именно производство, что есть еще... Это как бы в белой упаковке, есть в другой упаковке. Вот у нас я вижу только вот такой. Возможно, где-то и есть. Производство Краснодарский край. Вот. Вот такой. Но он тоже очень вкусный. Прям лучший чай, который я когда-либо пробовала. Мне очень понравилось. Ну, чипсики немножко побаловаться. И здесь всякие шоколадная паста ореховая. Сухофрукты, что-то очень захотелось. Изюм вот такой купила. Чернослив вот такой. Вишню сушеную взяла. Не знаю, что-то очень захотелось, да. И, фисташки, арахис. Вот такие орешки у нас. И вот эта вот кукуруза жареная, соленая. Она, кстати, очень вкусная. Но она такая остренькая, классная. Также у нас к чаю конфетки. Ну, чай такую упаковку купила, надо же конфетки. Обожаю трюфели. Вот Красный Октябрь, кстати, тоже очень вкусный. Здесь еще Марс. Вот такие, такой Сникерс. И, конечно же, халва. Стали тоже на развес. Вот эта лентовская, она мне нравится больше всего. Она самая вкусная, на мой взгляд. И тоже стали на развес ее продавать. А, забыла еще, конечно же, я себе взяла вот эту икру имитированную. Именно Балтийский берег мне очень нравится. Она такая крупная, но она такая горьковатая. Не знаю, больше, наверное, не знаю, в общем, именно она мне нравится. Но это не то же самое, что обычная икра, имейте в виду. И, ну, это вообще вкуснота. Вот такие вот взяли пирожные. Правда, видите, у нас один... Не выдержал поездки наши, немножко отпечатался. И киевский тортик вот такой вот. Ну, 14 февраля же на носу, да? Но мы заранее будем отмечать. Так, вот он, котейка пришел. Котейка. Кстати, там вот у меня картошка 5 килограмм. Взяла неплохая картошка. Вот этот аглоед у меня. И здесь у меня овощи, фрукты. Помидоры. Сейчас помидоры все не вкусные, на мой взгляд. Вот такие, да, здесь огурцы, то же самое, да. Купила, в прошлый раз тоже брала 2 баклажана по, сколько они сейчас, по 199 рублей. Вообще недорого, я считаю, для зимы. Сделаю снова мужу лодочки, он меня очень любит. Также кинза и вот такой набор зелени решила взять. Я храню в влажном полотенчике. В холодильнике у меня долго зелень хранится, супер. Также взяла новый урожай, появился капусты белокочанные, на салатик и супчик сварить, супер. Вот такой салат очень люблю, он хрустящий. И еще взяла шампиньоны, они были по акции 199, но, по-моему, подешевле, может и нет, не помню. Вот такие тоже, их что-нибудь приготовлю вкусное. Так, ну и фруктов у нас что-то немножко совсем. Потому что еще не все закончилось. Бананы. Правда, они зеленые такие, но они на столе будут, если лежать, то они быстренько дойдут. Дальше гранаты. Вот такие. Я не знаю, видите, у нас не пишут, откуда привозят, что. Видите, просто гранаты весовые и все. 2 кокоса. Это мне младший сыночек захотел.
муж будет пилить им. Вот. И здесь у меня мандарины. Мандарины тоже просто написано. Мандарины весовые, но они прям, видите, такие большие. Вот. Так что и все, да, все показала. Вот такая вот у меня получилась закупка. Кто тоже разбирает пакеты, да, уже надо разложить, раздать все. Вот, и давайте вам покажу чек. Thank you.